Дорогие друзья, продолжаем разговор о топических стероидах, о гормональных препаратах местного действия, которые являются лекарствами номер один для лечения атопического и аллергического дерматита. Обращаю ваше внимание на безопасность этих средств. Современные топические стероиды ⁇ это особые препараты производители которых добились того, что всасывание этих средств с поверхности кожи в кровь минимально. То есть препарат оказывает действие непосредственно в очаге воспаления, практически не всасываясь в кровь, не попадая в так называемый системный кровоток. Именно поэтому эти препараты могут использоваться, а мы уже это знаем у детей первого года жизни, препараты могут наноситься на поверхность тела до 20% поверхности тела. И тогда, конечно, может быть и больше, но это уже надо согласовать с вашим лечащим врачом.